Добрый день всем подписчикам и зрителям моего канала «Одесса, 19 ноября». Появилась информация о том, что в Одессе опять митинг. Вот на улицах Королёва-Глушко люди снова перекрыли дорогу из-за отсутствия света. Видео с улиц, с места событий я прилагаю к своему видео, чтобы вы видели наглядную обстановку, которая происходит сейчас. В принципе, в Одессе у большинства жителей свет появился. Вот, и уже даже его не отключают на протяжении сегодняшнего дня. По какой причине у этих людей, которые вышли на митинг, нет света, неизвестно. Возможно, в скором времени и у них свет появится. Обстановка сегодня в Одессе спокойная. Не было еще ни одной воздушной тревоги, ни ночью, ни днем. Вчера днем тоже не было воздушных тревог. Вот, взрывов никаких не слышно. Вот, за войну ничего не напоминает, кроме того, что у некоторых потребителей отсутствует свет. Далее, что хотел бы добавить. Хотел бы добавить, что сегодня в Одессе просто замечательная погода. По сравнению с последними днями, такое, знаете, как будто бы искушение было. Мало того, что трое суток сидели без света, и плюс все эти трое суток была ужасная погода. Пасмурно, целый день. С утра просыпаешься, в 11 дня, такое ощущение, как будто бы уже вечер, там часа 4-3. Плюс еще темнеет рано. Короче, такая гнетущая обстановка была. Сегодня солнышко. Просто классно так на улице. Так что все сразу налаживается. Будем надеяться, что у этих людей свет уже появится. Ладно, я на связи. Не забывайте подписываться на канал. До встречи. Пока.